Какое небо красивое, туман. Ночью был дождик. Здесь солнечный свет озаряет тучки. Утро. Утро, утро. Типичное скандинавское утро. Здесь каждый день дождь. Не было дня, чтобы дождик не накрыл. Лежу в номере, смотрю мультики финские. Про какую-то обезьянку. А это вид из окна. У нас как будто бы это панорама. Небо очень красивое, туман. Здорово. После завтрака отдыхаем. Вот вид из моего окна теперь. Такой туман опустился, что ничего не видно. Кажется, вот эти вот деревья, дорога, и там как будто ничего нет. А панорама-то была какая. Все-все было видно. Такой густой туман наверняка, конечно, аэропорт не работает. Вот. А до этого солнце светило, и видно все было. Ну, такой дождь вчера, конечно, хлестал вечером. Я думала, где-то что-то у нас закапало. А это оказалось, такой дождь по стеклам бьет. Вот так вот, как погода здесь меняется. Утро такое, вечер такой. Вон с собачками здесь живут. Разрешено в номера собачек. Я видела много собак. Вчера, наверное, девчонка идет с собакой. Вчера видела овчарку, сегодня вот таких маленьких видела. Ой, какое небо непонятное. Сейчас будет 12 часов. Вон, видите? Красота. Сейчас вот прошло 15 минут и уже туман вообще подошел близко к отелю. Вот это да. Ничего не видно. Да, аэропорт, сказали, уже не принимает. Ладно, мы идем шопинг совершать. Я убралась. Теперь у нас чистенько. Так же, как почти и заехали. Вон какая у нас идеальная чистота в номере. Это моя сумка. Сейчас одеваю обувь и выходим. Зашли в магазин. Я хочу вот такие купить. Ну, ставишь на окно лампочки. Вот это тоже мне понравилось. Единственное, что я хочу. Здесь светильники и эти свечи. Вон сколько свечей разных. Пойдемте дальше. Здесь зеркала. А, там для сауны, веники. Тут все для сауны, ковшики. Из чего он сделан? Поливать. Пойдем дальше. Подушки. Мне очень полотенце понравилось. Черно-белое. Постельное. Не знаю, куда Вадим, мне интересно. Я зайду вот здесь посмотрю. Чайник. Нормально. А это что такое? Для выпечки тут все. Кастрюльки, сковородки, ложечки, ложечки хорошие. Все для выпечки. И тесто раскатывать, и формочки.
Как и чашка, и прикольная. 10 евро стоит. Тарелка тоже интересная. Пиалка. Посуда красивая. Вон какие симпатичные. И вот это симпатичное. 8,90 стоит. О, чашка. Пить. Бульонница. Тоже интересно. Вот я видела такие тарелки-то. Их вешают на стену, покупают. Там скандики. И она стоит 54,90. Классная. Мне понравилось. Чашки красивые, бокалы красивые. Угу. Здесь вон посуда какая. Ух ты, красота. Вон какая с собой. Симпатичная. Вот это симпатично. Без машины никуда. А какая тарелка. Ну какая симпатичная. Это маленькая. Тоже симпатичная. Ой, как я хочу такую посуду. И вот в синем цвете. 22,99 евро. За такая низкая, глубокая. Как ты выглядишь? Ух ты, классно. Какие мотивы. Мне очень понравилась посуда. Здесь красиво, вон как. 4,99. Ну, куда Вадим у меня убежал? Какие малюшки. Свечечка 35. Здесь колокольчик такой. Домик. Свечку ставит. Симпатный. Посуда, да, здесь очень хорошая. Какая доска керамическая. Классно. Здесь чашки, чашки, чашки. Так, ладно, пойдем. А здесь в центре, около стопа, на резиденции Деда Мороза. И вот ребятишки все ждут с Дедушкой Морозом сфотографироваться. Он сейчас сядет здесь кресло. А мы идем. Что к нам? Такой малышок бегает. Заходим. Он какой красивый. И можно на окно поставить. Вырезанное из этого, из фанеры. Будет светиться. Здесь разные свечки. Свечи. 29. Может, купим какую? Смотри, какая оригинальная. Вот эту ставишь на окно, и будет это. Или вот такие. Здесь дороговато, конечно. А где вот такие полукруги? Звезда. Стар. Ну, будем покупать? Или нет? И здесь. Ну, какая... Звезда. Купили. Оформляем на кассе такс-фри. Карточку предоставили. Такс-фри предоставляется, если покупка совершается более 40 евро. Мы набрали на 90 плюс скидка по стопмановской карте. Где-то 83 евро. И вот там девушка кассира оформляет. Очень долго. Надо паспорт. Сейчас мы уже пойдем из Стокмана. Какие красные сапожки. Пока жду. 229. Ничего так, в принципе. Купила мама Лёше красные сапожки.
Он Дед Мороз со Снегурочкой разговаривает. Muista, jos kirastelette, niin sitten pitää pyytää anteeksi, että tupaa. Napusti. Kotona pitää kotella ja syödä terveellisesti ja ajoissa nukkumaan.